Всем привет! Сегодня я вам покажу три концовки в «Привет, сосед!». Ребятки, моя цель до Нового года — набрать 100 подписчиков, и я уверена, что вы сможете мне в этом помочь. Поэтому не забудьте поставить свой лайк и нажать на красную кнопку «Подписаться». Всем приятного просмотра, ну а мы поехали! Знаете, как мне становится обидно, когда утром я просыпаюсь с хорошим настроением, захожу в творческую студию и вижу там вот такую вот картину. Просто за одну ночь от меня отписалось 15 человек. Я не знаю, как такое возможно и что я такого сделал, что от меня столько людей отписалось. Просто я вот честно никого не обижала. Возможно, они отписались из-за контента, возможно, он им просто не понравился. Но, ребятки, пожалуйста, не отписывайтесь от меня, я вас очень прошу. Кстати, завтра я выложу видео, в котором буду играть в Ocean Horn. Наконец-то мы зашли, спустя 100 лет. А теперь переходим к первой концовке. Для первой концовки нам понадобится яблоко и офицер. Берем яблочку. Бежим к офицеру. Немножко посмотрим на него. Что он из себя вообще представляет. А теперь запульнем это яблочко прямо в него. Давай, давай. Враг оглушен на 10 секунд. Теперь стоим возле него. Ой, ты немножко поранился, да? Тебе очень больно? Ой-ой. Вот, это первая концовка. Кто не знал, теперь вы знаете. То есть офицер нас типа арестовал. Переходим ко второй концовке. Давай, давай, загружайся. Все, ты наконец-то почти загрузилась. Переходим ко второй концовочке. Для второй концовочки нам, в принципе, вообще ничего не понадобится. Нам всего лишь-то понадобится встать на что? Правильно, канализацию. Встаем. А теперь дышим этим всем. Давай, дыши, дыши. О, что-то замутняется, затемняется. Ну все, типа мы сдохли. Простите. Это была вторая концовка этой игры. Ну а сейчас приступаем к третьей концовке этой игры. Кстати, я еще не показала четвертую концовку, но четвертую концовку, мне кажется, все и так знаете. Четвертая концовка — это когда ты полностью проходишь игру. Ну, там получается прикольная такая концовочка. Но сейчас я вам покажу третью концовочку. Она, эта концовка связана, короче, с приветом соседом. Ну, короче, соседишком. Соседом, вообще-то. Залазим в сундучок. Здесь должен ключ лежать. Но его здесь нет. А где он? Правильно, в Караганде. Тогда берем тыковку и перепрыгиваем через заборчик. А что нам еще остается делать-то? Кидаем. Давай, давай, двигай и залазим. Залазим. Ну, залази. Ты чё? Да чё ты творишь-то? Ты... Я вообще-то просто смотрю, посажено ли у него там яблоко, не проверяю, проверяю наличие яблок, а ты меня тут арестовываешь. Просто у меня там немножко территория маленькая, а так я смогу яблоки через забор перекидывать, собирать их. Хорошая отговорка. Все, берем тыковку, кидаем ее, потому что... Серьезно. О, вот он! Я не ожидала его увидеть здесь, но сейчас, смотрите, перепрыгиваем через него. Это была третья концовка этой игры. То, что нас убивает сосед. О других концовках этой игры я, к сожалению, не знаю, но, возможно, что-нибудь найду на ютубе. Пишите в комментариях, знали ли вы про эти концовки. Не забывайте ставить лайк под этим видео и нажимать на красную кнопку «Подписаться», ведь вам не сложно, а мне приятно. А еще не забывайте писать в комментариях игры, в которые мне поиграть. Мне будет очень приятно почитать ваши комментарии, и, конечно же, я во все игры, в которые вы мне предложите, поиграю. Видео, конечно, получилось очень коротким, но я надеюсь, что оно вам понравилось. Ну а теперь мне остается сказать только одно, и это всем пока!